А вот и Эрмитаж. Добрались до Эрмитажа сегодня. Дворцовая площадь, это сад. Вот сейчас мы идем по саду, так называемому. Летом, конечно, это, наверное, красиво. Золотой дядя! Ага. Оля, ну, такие люди в Голливуде. А вас я попрошу остаться, Штирлиц. Честь тебе представиться. Григорий Орлов, страж Эрмитажа. А вас как зовут? Денис. Денчик, не ревнуй. Бросай вызов небесам и вам перло под ребро. Опа! Вас как зовут? Соня. Ну, встаем рядышком, вот так, мамочку тоже под эту ручку найду сюда поближе. Одну секундочку, повеселим у вас немножко. Понравится, поблагодарите, давай маму. Лошади тут гоняют. Проголодались. Моё. Миша, она ест. Ты сказал, что я не буду. Я замерзла. Что это там? Вон, статуя, чья? Статуя. Не знаю. Циклопа. Кто? Циклопа. Циклопа, что ли? Под музей, маршрут номер 2. Куда пошла? Иди сюда, Доня. Да хватит, Соня. Чудо-юдо из меди. А вот здесь я хату и возьму. Хату? Да, здесь. Что, тут нормально жить? Будем сдавать ее тут. Можно? Да, конечно. Вопрос цены. Да? А это... Да. А чем какой-то это чудик. Откуда у тебя деньги? А чего они тогда будут по нашему дому ходить? Смотреть что, а? Ну, мы ж купим не жить здесь. А будем что? Сдавать. Это как? А, чтобы другие жили? Вот зал. Вообще все в золоте. Дверь бы себе. Я да, поэтому это выбрала этот маршрут. Библиотека Николая Карлова. Река Нева уже подрастаяла. Река Нева. А?
Малахитовый зал. Все из малахита. Очень интересно. Кресло. Домой такое хочу кресло. В ютубе сидеть. Там вон крепость. Малахитовое все, Настя, из малахита, вот зеленое, все малахит. А, я поняла. Шкафчик какой-то. Двери бронзы покрашены. Классный колонн из малахита. О, диванчик на кухне такой надо. Паркет даже клёво. Ничего так. Вот другой зал. Ар, это как называется, знаешь, сын? Правильно.